Здорово, это домашний канал Валерки, и мы продолжаем блуждать в канализации по зеленой, такой вонючей жиже под названием дерьмо. Вот. Так, и я, короче, подумал тут, да, я тут подумал и решил, короче, возьмем мы с вами, наверное, все-таки гранатомет. На всякий пожарный, короче, против этих тварей, вот этих говняных тварей. Не знаю даже, как их назвать, как они называются, эти демоны. Демоны из канализации, монстры из канализации, монстры из фекалий, наверное. Не знаю, как их назвать. И, короче, давайте, я не знаю, что-то надо выбросить нам. Берем, наверное, вот это. Аптечку оставим. Пускай у нас будет два места. Да. Наверное, останется у нас всего два места, вот. Блин, я не знаю, хватит там этих два места. Двух мест. Ладно, окей, посмотрим. Посмотрим. Погнали! Короче, у нас неизведано еще много чего у нас неизведано. Ой, я куда-то не туда пошел. Много чего у нас еще неизведано. Идем, короче. Спустимся, короче, по лестнице и налево. Да, да. Пойдем налево. Сегодня мы пойдем с вами налево. Так, зомби. В принципе, он бы уже дернулся, если бы он был бы живой. Поэтому он мертвый. Логично, логично. Так, здесь можно вставить рычаг. Окей. Еще одна дверь открыта. Еще одна дверь открыта. Так, окей. Я туда пришел? А, нет, я помню это место. Я помню это запарное место, короче. Не зря я взял гранатомет, потому что здесь сейчас начнется трешняк. Здесь сейчас будет трешня трешней. Ну, для начала, наверное, посмотрим, что здесь. Так, смотри, ключ. От чего же у нас этот ключ? Этот ключ у нас с биркой. Прикольно, что я могу сказать. Ключ с биркой. Изучить. Ключ от участка канализационной сети. Окей, это ключ, короче, он... Для дверей, которые находятся... В прошлой серии мы там были. Вроде как. Если не изменяет память. Кольки там шуршат. Так, здесь сломано. Здесь сломано, поломано. Ладно, окей, тогда в этот трэш мы не пойдем. Мы пойдем с вами к дверям. Да, пойдем к дверям. Ну тут вообще такая дичь будет. Вообще просто. Ну, если судить по прохождению Леона. По прохождению за Леона. Так, окей, тогда идем сюда. Тут одно говнецо уничтожили. Сейчас сбегаем, короче, проверим. Проверим ключ. Если нет, то возвращаемся к трэшу. Вот. Возвратимся к трэшу. Так, здесь мы все взяли. Окей, допустим, здесь у нас зомбари тоже сдохли. Слышишь, да? Кто-то живой здесь. Тварь какая-то живая здесь. Так, окей, ключ. Отлично.
Что у нас тут? А, тут у нас порох. Погоди, пока я брать не буду. Посмотрим. Пусто. Зачем? Зачем открывать этот ящик, если тут пусто? Так, и патроны. А, блин. Окей, смотри, здесь можно двинуть. Здесь сдвигаем, и здесь лифт. Куда этот лифт? Случаем не полицейский участок этот лифт. Так, смотри, здесь листовка джазового фестиваля. Z. Z отмечено. А, S. SZF. Это, короче, ключ от шкафчика по ходу. Да. Надо запомнить, короче. Надо запомнить это. Так, окей, допустим, ладно. Давай-ка сейчас посмотрим. Кто эту дверь? Отлично. Все, ключ не нужен. Его, в принципе, можно выбросить. Да. Его выбросим и... И у нас освободится место. Плохо. Так, так, смотри, здесь сохранка. Небольшой порох. Окей, раз порох. Дал, да? Раз порох. Так, ладно, сохраночку потом возьмем. Раз порох. И два порох. Какие-то разные, да, порохи. Много. Так, объединить. Ладно, объединяем патроны. Отлично. Патрончики, где-то здесь еще патрончики. Отлично, еще патроны. Какое выбросить-то, что? Объединить. А, да ладно, это разные. Блин, коробки почти одинаковые. Я-то думал. Ну, давай скатимся на лифте. Куда он приведет? Я думаю, что... Хотя фиг знает. Что это за место? Что ты? А, да, это полицейский участок. Это полицейский участок. Подвал. Отлично. Мы в полицейском участке. Можно, короче, сгонять будет тогда уж. Так, опять не туда пошел, это я пошел. С Биркиным сражались. Тогда пойдем. Можно проявить пленочку. Смотреть, что там на пленочке. Кругом одни лифты. В принципе, тирана больше нет. Там можно спокойно, без всякой... Без всякой спешки заниматься тут своими делами. Окей, так, патроны. Это патроны 9 миллиметров парабеллум. А, окей. Хорошо. Храним. Храним. Так, ладно. Давай. Давай вот этот порох еще смешаем. Отлично. А почему я нажимаю все выбросить? Так, окей, хорошо. Это храним. А, ладно. Аптечку тоже храним. Погоди, у нас нету винтеля. Кстати, винтель. Насчет винтеля. Я вспомнил, где находится винтель. Можно сгонять и его взять. Кази, давай-ка вот этот пистолет уберем. И возьмем, наверное, все-таки этот. Да.
какой? Уйди. Все отлично. Два места есть свободных. Два места есть. И, кстати, можно, в принципе, убрать. Пока что. Это пока не пригодится. Так, это что? Что? Не работает, да? Ладно, окей, не работает. А, погоди, ключ. Ключ. У нас есть еще ключ. Бубновый ключ. Так, окей, ладно. Побегаем, значит, в полицейском участке еще. Что у нас, смотри, у нас тут что-то, раковина, лаборатория, окей. Так, комната хранения, пульт шкафчиков. Пульт шкафчиков у нас еще не до конца выполнен. Так, комната записей, две цветные ленты, окей. Так. Здесь, в принципе, все. Погнали. Цветную ленту возьмем. Это получается, нам сейчас мы выходим сюда. Правильно же? Да, сюда. Через эту дверь, а потом вот сюда. Вот сюда, сюда. Все отлично. Так, здесь лизун. Так что пешочком, пешочком. Так, окей. Пункта записи. А. Ну да, здесь нам тиран не дал тогда забрать все. Поэтому мы пропустили ленту, получается. Не надо мне тут ничего заменять. Все, погнали. Здесь, в принципе, все. Здесь, в принципе, все. Остается фотолаборатория. Погнали в фотолабораторию. Ох, как мне нравится вот эта тишина вообще просто. Самое то. Самое то. Так, окей. Где там фотопленка? Так, тайное убежище. Окей. Тайное убежище. Так. Тайное убежище. Какой-то конференц-зал. С магнитофоном, погоди. Блин, да более какое-то знакомое место. Да более знакомое место. Так, какой-то конференц-зал. Это либо... там, где я предполагаю, что вентиль находится. Опа, здрасте. Какой красавец, да? Тихо. Говнюк. Да что ты сюда ко мне-то идешь? Уйди. Ладно, задрал ты меня. Задрал ты меня, мистер. Так, окей. Не, погоди. Там, в принципе, через библиотеку можно пройти.
О, пронесло. Пронесло. Окей, ладно. Я все-таки решился и прошел. Мимо него, короче. Так, окей, давай-ка посмотрим мои предположения. Мои предположения. Так, здесь у нас находится... А, нет! Почему-то я думал, что вентиль находится здесь. Ну, окей. Его здесь нет. Твою-то мать! Напугал. Почему-то реально я думал, что вентиль находится там. Так, у этого чувака ничего нет. Так, это туалет. Что у нас... А, у нас здесь... У нас здесь все. Давай проверим комнату, короче. Это та комната? С магнитофоном? Да, вон магнитофон стоит. Окей, так. И иголочные снаряды какие-то. И для чего они? Боеприпасы для электропушки. Эти снаряды высокого напряжения вызовут у цели не только легкое покалывание. У нас такой пушки еще нет. Окей. Так, и все, да, тайная, это вот это. Пиротень. Больше, в принципе. Чего нет? Я думал, может, свет выключить, так и что-нибудь произойдет. Оказывается, что нет. Так, ладно, допустим. Давай-ка еще здесь. Еще раз проверим на всякий пожарный. Ладно, все, здесь нет. А где же вентиль? Где же вентиль взять? Так, погоди, здесь мы. Здесь мы были. Вентиль, вентиль. А погоди, а мы его случаем не оставили? Не оставили. Душевой. Потому что, я помню, мы же перекрывали здесь воду. А, ну да, это вот тот вентиль, так что значит нам все равно не тот вентиль надо. Окей, нам другой какой-то вентиль надо искать. Ладно, где что у нас еще неизведано? Так, пульт шкафчиков, окей. Вот в котельной, мы были в котельной, это вообще нечто. Так, ладно, первый этаж. Эльбище. Это что? Отверстие для рукоятки. Окей. Это что? Запертая дверь. Запертая дверь. Генераторная. Так, библиотека. Красным горит. В библиотеке еще не все облазили, значит. Окей, да пусть. Он холл, здесь у нас все. Часовая башня. Окей, давай сходим в библиотеку.
Что-то показывает, что мы в библиотеке не все облазили. Да, значит, сегодня... Ой. Да, проснулся. Окей. Значит, сегодняшнюю серию мы с вами посвятим доисследованию полицейского участка. Так, окей. Ну как готов? Просто упал. Этот тоже просто упал. Так, давай посмотрим, что у нас тут. А, ножик у меня выбран, да? Воу-воу-воу-воу! Блин! Ножик истратил. Ну как так-то? Как так-то? Кстати, можно ножик забрать у него, получается. Надо убить. Это было сейчас жестко просто. Окей, допустим, ладно, ножик забрали. Это было сейчас жестко. Почти. Почти меня кусил. Так, а чего мы здесь не взяли-то? Стоп. Оп. Оп. Что-то странно. Почему красным-то горит на карте тогда? А, вот! Где-то какие-то патроны, что ли? Блин, мы не в той стороне. Наверху. Получается, наверху. Какие-то патроны не взяли. Окей. А, какое наверху, значит, внизу? Что-то я заплутал. Там, где лестница. Здесь. О! Лежат такие просто неприметные. А, это патрон, это не для этого пистолета. Ну окей, все равно нормально. Хорошо. Патрончики тоже сойдут. Так, окей. Зона отдыха в прачечной. Мы в прачечной еще не были, да? Сзади меня. Это зона отдыха. Вот здесь. Отлично, Буби.
тебе и комнатка, которая... Все, отлично, это последняя комната здесь. Так. Порох. Хорошо. Отлично, отлично. Вот у нас и сейф. Мы сможем под сумок, короче, с вами взять. Так, окей, так. Так. Нифига я так четко, да, попадаю. Ай. Так, лаз. Двас. Трис. И раз, два, три. Так, раз, два, три. Так, раз, два, три, четыре. Так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пять. Пять. О, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ага. Раз. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Окей. Отлично. Отлично. Так. Окей. Ключ нам, в принципе, больше не нужен. Пошли, заберем лут. Оставшийся. И отправляемся, короче, с вами. Обратно в канализацию. В принципе, в полицейском участке все. Как бы. Йоу! Так, ладно, его можно, кстати, не... Ни это, ни того. Да нафига мне изучать ее? Вставляй. Окей, вставили. Окей, так, чего у нас тут? 103? Ножик. Ножик, неплохо. 103. Так, 103. 203. 103 и 203. Так, 103. И 203, да? 203. Все, ништяк. Просто отлично. Второй ножик. Ножики — это хорошо. Набедренная сумка. Отлично. Все, у нас две дополнительные ячейки. Теперь валим. Так, где ты там? Фига, так просто. Видать, голодный. Так, ладно. Хранить. Такого у нас оружия еще нет. Хранить. Так, это храним. Это храним. Берем с вами, значит, это, и значит, это. Так. Сказал бедняк. Ну, супер-пупер тогда, не знаю, брать его, не брать, пистолет, супер-пупер. Ладно, пока. Так, оставим. Погнали. В принципе, можно будет сейчас забрать детальку.
шахматную детальку одну. Пока все идет как по маслу вообще, просто. Вот без тирана вообще спокойно, просто спокойно. Всю дичь, короче, в полицейском участке совершал тиран. Он не давал спокойно обследовать, спокойно походить, спокойно посмотреть. Вот. Пособирать, полутать. Вон кто там. Шумит. Говнюшка вылезла. Окей, так, ладно. Тут мы все взяли, да, тоже? Все забрали. А, нет, еще вот. Охранку не забрали. Тоже важная деталь. Так, забираем. Все, туда больше не пробраться. Туда больше не пробраться. И, кстати, можно от шкафчика... шкафчик, короче, полутать, да, еще? Все, конечно, там, где сохранка находится. Он, по-моему, наверху, вот здесь. Через фуникулер надо пробежать. Так, здесь наверх. Наверх! Окей. Здесь, да, шкафчик? Да. Здесь шкафчик. Так, окей. А, что там у нас? Тайное убежище. Где там брошюра-то эта? Вот, листовка с фестиваля. S, Z и F. S, Z и F. S, Z, F. Опа, патроны. Это все пригодится. Это все пригодится. Окей, хорошо. В принципе, сегодня мы много чего сделали. Так-то. Не по сюжету, как бы, но много так всего. Окей, тогда сохраняемся. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот, обязательно делимся с друзьями. Ссылочка на прохождение будет в описании. И с вами был Валерий. Всем пока.